Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Наконец-то мы с растениями вышли на летнюю веранду. Здесь прям красота, им раздолье. Света очень много, и солнце здесь прям, ну, восток здесь получается. Прям вообще красота, что они не жарятся здесь, стоят как на южных окнах. И окна в пол, в то же время вот этот вот света им достаточно. Они у меня прям повеселели. Сегодня видео мое будет, просто пробежимся по моим цветущим, там добавились какие-то. И еще по новиночкам. У меня в моей коллекции появилось еще два абутилона и бугенвиллия. Хочу показать вам, как у меня цветет моя гордыня. Красавица. У нее столько много бутонов. Очень. Ну вот я один сегодня утром уже сняла, так как он отцвел. И вот такие красивые. Посмотрите, вся-вся-вся в бутонах. Такой куст очень большой. Запах такой очень приятный. Радует она меня прям, эта девочка моя. Красавица. Ну и моя Кроссандра. Она просто пластается у меня. Цветет. Очень обильно, могу сказать, потому что весь куст, тоже кустик такой хороший, большой. Смотрите, как красиво смотрится. Очень эффектно. Достаточно большие такие грозди. Шапочки такие. Цветов, все ветки. Но это моя бугенвиллия Калифорния Голд сорт. Такие красивые цветы, такое тоже шапочное цветение. Посмотрите, какая красота. Очень. Ну, бугенвиллия, конечно, вообще шикарное растение. Мне она, конечно, очень нравится. Наверное, самая эффектная лиана. Очень красивая. И сколько у нее очень много сортов. И все сорта очень красивы. И набрала цвет, наконец-то, моя желтая диплодения. Посмотрите. У нее просто по всей ветке вот такие прям огромные букеты цветов будут. Очень красивая тоже лиана. Она у меня стоит на окне. Здесь по соседству одеши с ней рядом. Ну, одеши стали себе наращивать себе шапочки. А один, конечно, вот этот, который хвост длинный. Я его просто после цветения обрежу. Видите, и у него тоже там очень много бутонов. Это моя диплодения кудряшка. Вот они, две диплодения. У меня одна желтая. И кудряшечка рядом. Ну, кудряшка пока. Я просто вижу, конечно, что у нее вот в пазухах вот здесь вот появляются почечки. Я думаю, цветоносы тоже будут чуть позже. Она, видимо, у меня просто маленькая еще была. И, видимо, корневая еще не разрослась. Ну, скоро зацветет. А желтая, конечно, она и куститься начала. Я все переживала, что она не кустится. И я уже сказала, что у нее побеги. И везде-везде у нее, видите, цветы. Просто здесь, знаете, показывала. Обязательно сниму, когда она распустится. Но это мое сказочное окно. Все в бугенвиллиях. Они у меня продолжают свисти все еще. И еще открываются еще и новые бутоны. То есть здесь у меня прям вообще... Вот
такая красота. Но здесь моя варигаточка. У нее тоже по всем побегам, вот смотрите, начинаются предцветники цветные выпускать. Ну, красавица. Ну, здесь у меня Вера стоит, белая, и такая вот розовая. У нее тоже шапочное цветение. У нее, посмотрите, вот, как бы вам снять, против света еще. Вот видите, это когда все распустится, это будет просто красотища. Сейчас она у меня будет цвести все лето. Я просто знаю уже свое это растение. Она у меня еще выросла таких размеров очень больших. И вот у нее, посмотрите, у нее просто везде открываются новые предцветники, яркие. Вот такие краски весны, могу сказать. Я их вместе поставила, потому что белая, ну, красиво смотрится очень с этим цветом ярко-розовым. Вот такое окно. Там у меня адеши меняются еще. И здесь вот еще бугенвилия тоже набирает цветные предцветники. Это махровая у меня. Сорт махровый, розовый. Вот сейчас у нас просто сегодня тучи такие. И вот сейчас солнце маленько. Но это моя хоя Белла. Вот видите, у нее еще бутончики здесь появляются. Хочу вам показать, она просто такие нежные цветочки. И у нее вот прям на кончиках, вот видите, появляются еще бутоны. И на всех веточках. У меня, кстати, спрашивают, как я за ней ухаживаю. Она стоит, на нее не попадают сквозняки. Она не любит сквозняков. Здесь тепло. И падает утром солнышко на нее. И поливаю я по мере пересыхания грунта. И даже подкармливаю-то я ее так, реденечко. Подкармливаю фертикой. Люкс. Ну, я все растения подкармливаю фертикой. Мне нравится это удобрение, я уже говорила. Это мои эсхинантусы. У них тоже цветение пошло уже. У него, посмотрите, весь в бутонах. Все веточки. Это причем после обрезки. После обрезки они были длинные, я их решила укоротить. И причем, знаете, очень хорошо укореняются. Я вот эти вот отросшие, вот которые обрезала, да, у него ветки, поставила в воду. И что вы думаете? Очень быстро дали корешочки. Вот мои укорененные от него. Вот видите, они тоже у меня все в цвету. Очень хорошо укореняются. Очень быстро. И причем вот после обрезки он начинает цвести. Тоже такой интересный цветок. Этот у меня кудряшечка эсхинантус. Они у меня вот так под весном кашпо. Любят светлое, конечно, место. Солнышко, чтобы попадало даже на них. Но такое не яркое, чтобы оно не обжигало листья. Ну и также очень реденько подкармливаю фертикой. А это моя новиночка. Абутилон. Желтый. Такая прелесть вообще, такой красивый цветок.
Он, кстати, очень неприхотливый. Просто в уходе. И вот посмотрите, я сейчас поверну. У него, посмотрите, сколько бутонов. И цветки просто огромные. Просто огромный цветок. Посмотрите, вот видите какой. И мне нравится, что он не висит колокольчиком, а он такой раскрытый. Вот видите, какая красота. Да, и вот совсем еще забыла. У меня новинка, как бы в новиночке два бутилона. Один желтый, а второй такой, знаете, молочный цвет. И вот он тоже весь в бутонах у меня. Это вот у меня два сортовых. У него тоже будет такой раскрытый, очень крупный цветочек. Просто присела на бутилоны я. Понравились. Я еще, знаете, хочу розовый приобрести в свою коллекцию. В общем, неприхотливый очень цветок. Прям советую. А у него же еще есть и махровые сорта. Тоже очень эффектно смотрится. А это мой абутилончик, который у меня давно уже живет. И он постоянно, смотрите, цветет. Постоянно. Это мои два черенка. От большого, который я обстригала. И вот видите, как у него цветочки отличаются. Они вот просто как колокольчики такие висят, и все. Ну, тоже очень нежно смотрится и из-за цвета, как огонечки. Скоро распустится и орхидея моя. У меня их три, и они все на бутонах. Вот посмотрите. Здесь так вообще... Вот веточка. Здесь еще один цветонос лезет. И вот еще третий тоже. Видите, какой цветонос. То есть скоро-скоро совсем они меня тоже порадуют своим цветением. Ну, наконец-то я свои растения перенесла на летнюю веранду. Она у меня застекленная. Ну, здесь, в принципе, тепло. У нас сейчас днем плюс 12, вот так, градусов. Ну, ночью здесь, в общем, опускается до плюс 18. Плюс 18. Ну, как бы растениям, в принципе, комфортно. Я заметила, монстеру вот перенесла. Там вот она на заднем плане. То есть, им хорошо. И вот у меня, кстати, диплодения бордовая. Она тоже у меня, видите, вся в бутонах. Вот. Тоже скоро цветет. У нее просто везде-везде появляются бутоны. Мандарину здесь очень нравится. О! Смотрите, какой красавчик, и плюмерия, у меня она просто ожила, может быть из-за того, что здесь больше свежего воздуха, она себя чувствует комфортно, клеща вроде как побороли на некоторое время, у нее листья очень такие хорошие, ну вот я пользуюсь как раз Обероном, я заказывала через интернет препарат, но он более такой серьезный, ну, по крайней мере, лучше, чем фитоверм, потому что фитоверм вот как мертвому припарка, честное слово, вообще не помогает. В общем, я сделала две обработки и заметила, что вообще как бы не вижу клеща на ней, и она стала расти у меня. И пропустила, конечно, свою новиночку, это моя варигатная бугенвиллия, причем новый сорт. Новый сорт. Баттерфляй. Видите, какие бабочки красивые. Очень нежная. Прям вот как бабочки на самом деле. И вот мой гибискус тоже, посмотрите, набирает цвет, бутон. Тоже нравится мне это, конечно, расцветочка у него. Желто-розовая такая, очень красивая. Скоро прям распустится.
Или вечером, или завтра утром. Показала своих цветущих, своих новиночек показала. Желаю всем здоровья, хороших выходных. Увидимся в следующем видео.